Здравствуйте, дорогие друзья, посетители моего YouTube-канала. В этом ролике я хочу вам показать еще одну видеокамеру, значит, с помощью которой я буду продолжать снимать свои видеоролики. Это видеокамера компании GVC, гибридная, значит, трехматричная камера, снимающая Full HD 1920x1080, 60 гигабайт внутренний диск и на 32 с расширением еще далее можно вставлять дополнительные флешки, снимать на флешке. Вот здесь стерео микрофон есть, окуляр, значит, сюда вставляется аккумулятор. Вот в таком вот виде, видеокамера у меня есть гибридная. Вот, последняя из такого поколения. Вот, HD 7 модель. Вот, здесь открывается, есть закрылочка. Открывать. Оп. Объектив. Закрывать. Японский объектив. В общем, видеокамера супер. Я ее уже давно снимаю. Вот. Давно снимаю. Мне очень нравится. И я как бы буду продолжать и снимать и вот этой камерой. И той камерой, которую я вам показывал, GSPX100. Двумя камерами буду снимать свои видеоролики. Вот, и на этом я как бы хочу закончить короткий свой рассказ. Вот. Вот, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Буду повышать качество своих видеороликов и далее. Спасибо за внимание.